Всем привет, ребята, с вами Саша, и давно не было роликов с кем? С Данилом! Со мной, Данила! Привет, поздоровайся! Привет. Сегодня мы будем открывать 15 гифтбоксов, 15 эмбилейшнс кейсов, и в конце будет один маленький сюрпризик. Ну, по стандарту, лайк, подписки, просмотры, а мы погнали к первому гифтбоксу. Ох, давай, раз, два, три. Все. Стандартная схема гифтбокса. Все пролетает и фигня выпадает. Так, вам следующий гифтбоксик. Да, 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 какие боксы, давай. Господи, господи, иди. Да, просто одна фигня. У меня два подряд. У меня два спорта, вы два подряд подряд пролетело. А, ну... Что? Такой, господи, у меня вообще ничего не пролетает. О, да, мистер. Что У меня вообще в рулетке ни V2, ни керамбит голда нету. Это сейчас законно? Вообще, удача на миллион. Удачи на миллион у меня в кавычках нет. Так, ладно. Ох, помню времена эти. Помню эти времена, конечно. Да, у него близко Киргол был. Так, давайте. Фуриус бокс, господи. У меня 6 гифтбоксов осталось. Ну вы издеваетесь. Rival Case, господи, спасибо, 140 голды стоит, блядь, вообще круто. У него два... Да, у него 2 керамбитгола пролетело у меня, господи. Нет, три. А, 3 керамбитгола даже прилетело. Так, да, так керамбитгол пролетел. Еще один. У меня только один керамбитгол. И вот два близко был, блин. Мы уже не так удивляемся, потому что мы знаем... Вы два сюда просто на базу. Ну что, давай, у меня 2 кинса еще осталось. У меня тоже 2 гитбокса осталось. Чекай керамбит. И просто у него последний гитбокс остался. Подписывайтесь на канал, у меня выпадает керамбит. Давайте, поехали. Я тоже открыла, ребят. Подписывайтесь, чтобы нам по керамбит. Короче, ладно, давайте. Открываем теперь. Так, ладно, давай теперь на Милишнс кейсе будем открывать. Я открываю. Так, давайте. И, ну, по стандарту синька. Так, что ладно. Там? У меня по стандарту синька, релик. Ой, Хармони пролетели, ну блин, ну что такое? Так, ладно, Генезис, господи, господи, ну блин, ну надоело это все. Чиньки уже надоели, согласись, Данил. Ну, у меня никакого не падает. Я бушу напыхал. Да блин. Кстати, если вы не знали, я телефон обгрыз. Не скажу чей. Не свой. Ну да, ну конечно же не свой, но можешь, но даю подсказку. Один из раздительных телефонов. Пацаны, у меня заработало. Чё у тебя? О, все, я работала, кнопка открыть. А, господи, я же, ой, ТХ пролетел, я же просто испугался. То, что все, можно видос уже заканчивать. Ну что, давай. Ну давай. И задохнулся. Так, у меня осталось 7 номинейшнс кейсов. А у меня примерно 2. Ну и узбегины. Так, 6 номинейшнс кейсов. Господи, 2 ТХ пролетело. Да блин. Господи, надоели эти синьки. Сейчас, смотрите.
Кстати, я хочу 10 парт очков Harmony. У меня сейчас 8. Мне кажется, я уже зажрался. 10 очков Harmony. Согласитесь? Use Bganazis, господи, иди нафиг. Это Use Bganazis. Если у Саши на канале есть подписчиков, то он выпустит секретное видео. Да, Саш? А какое видео именно? Ну, пока не скажем. Даже Саша об этом не знает. Даже Саша. А понятно. Я не расслышал твои слова. На 10 подписчиков какое видео снять? Секретное. Но даже ни ты, ни я... Я знаю про это видео. Все, у меня закончились гифтбоксы на Млечный кейс. У меня остались только кейсы и боксы, которые мне выпали из гифтбокса. Ой, у меня последний кейс. У меня последний на Млечный. Давай, точки хата. Хоть бы не ТХ, хоть бы не ТХ, хоть бы не ТХ. У нас батл кейсов, хоть бы не ТХ. Да я, можно сказать, уже выиграл у меня спорт 2. Ну что, давайте тогда... Давайте тогда открывать, да, давайте тогда вот эти открывать, которые нам выпали. Ничего, в принципе... Вот я заметил одну причину, знаете какую? То, что на обычных кейсах Данилу прям везет, потому что ему то 2G... О, у меня G-команда близко была. То 2G-команда ему выпала, то еще Некромастер Стартрек за 5К. А почти АВМ Генезис! Она 300 голды стоит. Она 300 голды стоит. Ну вы улавливаете уже, Паш. Ну вы улавливаете уже. Сейчас чекайте, а АВМ Драгон. Чекайте, Грандис Драгон. Чуть-чуть. Господи, чуть-чуть. Господи. Так, Райан, смотрите. Чекайте, Генезис Стартрек за 1800. Вы ты собака какая, а? Ладно, Ориджин Кейс. Чекайте, ТХ Стартрек за 25К. Да ты гуль, господи. А не, Star Trek, подождите, я хочу посмотреть, сколько он стоит. О, 830 голдиша очки, нормально, нормально, 830 голды. О, у меня Фури пролетел и Керамбит Юниверс. Да, так у меня остались только боксы. Да блин. Ребят, кто обжигал язык, лайки. Ставьте лайк, если кто-то обжигал язык. Я обжигал язык. А я сегодня чай попил, случайно глоток сделал, когда только он заварился. И я сегодня язык обжег просто. Меня сейчас даже немножко жжет. Сейчас даже. Значит, Furious Box, дай мне фигню полную. Ну, конечно, полную фигню боксы дают. Ну, смотри, ну с бокса рарку выбить сложно. Я тебе честно скажу. Да, сложно. Там шансы в кейсе... Там, смотри, там шансы в настоящем стендоффе рарку выбить 7%. Ну, я вообще эпик выпал. Они почти добрые. Ну, да. Я вообще эпик выпил, который 70 голды стоит, потому что я Origin Box открывал. А, ребята, хотите один фокус? Ну, помните, мы же говорили. В конце будет сюрприз. Мы будем, знаете, что сейчас сделать? Закупаем 15 Empire кейсов. Закупаем 15 Empire кейсов. Это вот был наш сюрприз. Так, сейчас тут закрафчу, что у меня осталось. 15 Empire кейсов. Я только закупаю. Так, все, 15 Empire кейсов купил. Все, погнали, полетели. Дайте перчаточки, пожалуйста. Помню, мне перчи выпали Steam Beast. Да, блин, скриншот. А, господи, скриншот сделал в случае. О, у меня Steam Rider пролетели. Это на самом деле не Steam Beast, а Steam Rider перчи, которые мне выпали. Они стоят, если что, 1500 голды. Давайте, уже 9 минут, блин, тыдых здесь. Легендарка, кстати, стартрековские легендарки стоят по 100-150 голды. В среднем.
блин, легендарка пролетела. Прям на носу было. Так, так, так. Мне пролетели две пары перчи. Москва, просто... Ой, мне легендарка была. Нету, мне... У меня тоже М60. Следующий касси, полячая лис. Мне юсп. Блин, почти. Стартрек сюда. Легендарки стартрековские дороже кейса стоят. Бара-бара-бара. Бери-бери-бери. Перчи на базу мне сюда. Мне перчи выпали. Ты видел, мне тоже... Ты видел, мне почти перчи выпали. Мне один остался до перчи. Мне выпали именно перчи. А где? Я хочу посмотреть, сколько перчатки стоит. А, ну, 2300 голды. Всего-то. МП7. Надоели с этими уродами. М-ками. Пипьямками. Бега! Стартрек стоит где-то 130 голды. 120. Давай. Так. И самые дорогие перчатки. Панк. Они 3К стоят. 3000 голды. Ну, чекай. Они мечта выполнят. Последний кейс и перчатки панк. Они пролетели. Они у меня пролетели. У меня хамелеон. Мне, короче, перчатки там какие-то пролетели. Я забыл название. Ну, ребята, вот такой вот у нас получился король чатинг. А, у него один кейс остался. Извиня. У него один кейс остался. Кривен. Всем пока. Ребята, смотрите. Так, если будет много лайков, много просмотров, и подписывайтесь, не забывайте. Мы, короче, снимем ролик, открываем 20 Хэллоуин стикер паков. Плюс 15 New Year 2020 стикер паков. Как вам такая идея? Подписчик. Саша не знает, это секретное видео, на 10 подписчиков. На его канале и даже на моем. Так что ждите. Набивайте быстрее 10 подписчиков и узнайте это секретное видео. Я даже сам не знаю, просто придумал он. Потому что в секретном видео нужно вложиться 15 минут. Ну, смотрите, ну вы вспомнили. Будет много лайков, подписок. 20 Хэллоуин стикерпаков, 15 New Year 2020 стикерпаков. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Стой, Саша. Смотри. Если вы наберете на этом видео 5 лайков и 3 просмотра, то еще мы будем снимать этот ролик, и там я. Еще вряд ли, конечно, я еще появлюсь в каких-то роликах. А так, всем пока. Всем удачи и пока-пока! Не забудь подписаться на канал. Это очень важно.